Добрый день, уважаемые зрители и подписчики нашего YouTube-канала «Немного практики» автошколы ТОС. Мы рады приветствовать вас снова на улицах города Чебоксары на экзаменационном маршруте. Время у нас сейчас 15:17, после обеденное время. Час пик еще не начался, и обеденный уже спал. Так, перестраиваюсь в средний ряд. Впереди красный свет. Остановимся, пропустим пешеходов. Значит, в августе месяце 2020 года на экзаменационных маршрутах города Чебоксар произошли некоторые изменения. Точнее, наверное, добавки к маршруту, новые перекрестки, улицы. Так что поэтому сегодня мы постараемся кратко, но максимально ясно донести до вас эту информацию, эти изменения. Одно из них, первое, с чего я решил начать сегодня, это перекресток тракторостроителей и улица Ленинского комсомола. Лента справа, торговый центр, все мы наблюдаем. Приближаемся к регулируемому перекрестку, включаем левый поворотник, убеждаемся, что никого нет. И спокойно перестраиваемся. Впереди у нас регулируемый перекресток, светофор с дополнительной секцией. Заблаговременно включаем поворотник и дожидаемся, когда загорится зеленая стрелочка на светофоре. И мы сделаем задание поворот налево. Раньше мы здесь только разворачивались. Помните? Лента вот справа. Маршрут раньше у нас уходил только прямо, сейчас добавилась улица Ленинского комсомола. Сложного ничего нет. Перекресток регулируемый, я уже говорил об этом. И сейчас где-то загорится доп-секция и все начнут движение. Потихоньку поехали. 19 секунд, спокойно успеваем. У нас задание поворот налево. Вот учебная машина разворачивается. Мы раньше тоже так делали. Все, смотрите. Ситуация вот в чем. Здесь идем с левым поворотником. А вот здесь уже включаем правый поворотник и смотрим направо. Сейчас автомобиль был далеко, поэтому мне не пришлось его пропускать. Прижимаемся сразу же к бордюру с правым поворотником. Выключаем и спокойно продолжаем движение. Почему смотрели направо? Потому что помеха справа, поэтому... Пропускаем всех, кто справа. Так, знак 40. Все, снижаю скорость. И спокойно двигаюсь. Знак у нас действует до ближайшего перекрестка. Либо до знака отменяющего ограничения, либо до другого запрещающего скоростного знака. Так, лежачие полицейские. Здесь у нас дорога так себе на Ленинского комсомола, поэтому знак 40 здесь вполне уместен. Двигаюсь вдоль правого края, никому не мешая. Здесь две полосы нашего попутного направления. Так, поворотник, чуть-чуть объеду и обратно прижмусь. Все смещения показываем указателем поворота. Все, двигаемся, соблюдаем скоростной режим, не забывая, не превышаем 40. Еще один знак 40, поэтому по Ленинскому комсомолу двигаемся, не превышая 40 км в час. Пешеходов нет. Приближаемся к нерегулируемому пешеходному переходу. Все внимательно. Никого нет. Значит, в этом направлении экзаменационный маршрут на ближайшем регулируемом перекрестке уйдет направо. Для ориентира это мойка самообслуживания, автомойка Осмо. Знак 40, видим мы перекресток нерегулируемый. Поэтому здесь мы можем чуть-чуть ускориться. Но вижу опять временный знак 40, поэтому сразу же снижаю скорость. Делаем выводы, что на улице Ленинского комсомола на маршруте у нас на всем протяжении действует ограничение скорости 40 км в час. Приближаюсь к пешеходному переходу, справа вижу пешехода, снижаю скорость, наступаю. Автобус несется, поэтому девушка немножко растерялась, но все правильно, жизнь она одна,
прежде чем перейти пешеходный переход, нужно убедиться, что вам уступают дорогу. Вот он, перекресток регулируемый. Включаем правый поворотник. Здесь висит знак «Поворот только направо», но обратите внимание, что это только для грузовых автомобилей. И с 20 до 8 впереди инспектора стоят, работают. Мы уходим направо. Все, здесь можно ускориться. Ограничений скорости здесь нет. Двигаемся по главной дороге. Включаю левый поворотник, но не забываю всегда про контрольный взгляд. Погляжу направо, никого нет, и спокойненько, соблюдая рядность, продолжаю движение. Знаков ограничения скорости также я не наблюдаю, поэтому двигаюсь, не превышая 60 км в час. Показываем уверенную езду. Далее у нас маршрут уйдет направо, рядом с автозаправкой «Автопорт». Сейчас выезжаем напрямую, и вот там под эстакадой трубопроводов повернем направо. Вот «Автопорт» у нас справа. Обратите внимание, что на перекрестке висит знак «Движение без остановки запрещено». Включаем правый поворотник. В ситуации, когда этот знак установлен на перекрестке, разрешается его проехать и остановиться у края пересечения проезжей части для лучшей видимости. Выполняем полную остановку, убеждаемся и продолжаем движение. Вот еще одна новинка. Если раньше у нас на маршруте этот знак встречался перед ЖД-переездами, и он требовал остановки непосредственно перед знаком, то сейчас он находится на нерегулируемом перекрестке. Правила гласят, что нужно остановиться у края проезжей части для лучшей видимости. Немножко ускорюсь. Если кто ориентируется в городе, те уже понимают, что мы сейчас после регулируемого перекрестка попадаем на маршрут. Там мы уже все знаем. Поэтому сейчас у нас будет задание «Разворот на перекрестке». Задание принял. Включаю левый поворотник. И после пешеходного перехода... Так, сзади машина. Смотрю в зеркало, не создаю помеху. Все, спокойно перестраиваюсь. На экзаменах не спешите делать перестроение. Левый поворотник включаю, задание «Разворот на перекрестке». Ничего сложного, этот перекресток вы все уже знаете. Так называемая пьяная дорога в народе. Ничего сложного, просто поменялось направление. Также выезжаем на середину перекрестка. Левым поворотником. Аккуратно, чтобы не остановиться на пешеходном переходе. Остановлюсь перед ним. Сейчас грузовой автомобиль выполнит поворот налево, и мы спокойно развернемся. Вот он прошел вперед. Передумал. А мы нет. Впереди встречные автомобили, середина перекрестка. Спокойно остановился, уступил и выполняю разворот. Все, никого нет. Спокойно развернулся. Там у нас пьяная дорога, там мы все знаем. А здесь только еще изучаем. Ну вот, вроде бы ничего сложного на этом участке. Сейчас я направляюсь на место встречи наших мастеров производственного обучения и наших курсантов. Пересяду в учебный автомобиль. И сегодня у нас по плану снять еще одну часть, или, как говорят в кинематографе, да, серию нашего фильма-обзора «Новинки маршрута». Все, здесь мы также двигаемся в этом направлении. Справа микрорайон Кувшинка для ориентира. Здесь у нас маршрут уйдет налево, около заправки «Автопорт». Ориентир, эстакада из труб. Вот там виднеется слева. Для этого маневра включаем левый поворотник, перестраиваемся, поворотник оставляем, смотрим вперед, впереди никого нет, доезжаю до середины перекрестка и выполняю поворот налево. Все, здесь только что мы с вами уже ехали, только в обратном направлении, поэтому не вижу смысла продолжать этот видеоурок. Смотрите, изучайте. Применяйте это в практике,
Пишите вопросы в комментариях, ставьте лайки, будем рады. Ну все, я поехал. С вами была